У Гомельском державном медицинском университете отбылося важное мероприемство. Коли 600 будущих выпускников сегодня доведались об месте своей будущей працы. Подробности у материале нашего корреспондента Павла Михно. Сегодня у стены Гомельского державного медицинского университета было по-соправдному оживлено. Сотни молодых людей у белых халатах усхвалявано рыхтовались до выникового размеркования, мероприемства, от якого залежит лёс кожного выпускника у ближайшем будущем. Мы стремимся к этому дню, начиная с первого курса, с момента поступления. Кто-то идет к своей цели, начиная еще со школьных времен, кто-то меняет свою цель уже в университете. Поэтому сегодняшний день, который решает все. Мы молодая семья. Для нас очень важно распределиться вместе, в один город. Наличие жилья для нас тоже приветствуется. Я акушер-гинеколог, супруг оториноларинголог. Для нас это очень волнительно, но мы надеемся, что все пройдет благополучно. Выпускники этого года отримали достаточно мощную подрыхтовку и имеют высокий средний балл. Тому до початку работы комиссии начальники управления оховы здоровья и головные врачи медустанов особисто приехали на мероприемство, как позмагаться за талиновитых выпускников. Как минимум два дня шел предварительный поиск взаимоприемлемых вопросов трудоустройства. Насколько я знаю, сейчас мы, наверное, просто будем подтверждать в какой-то степени. Неформально, конечно, но в любом случае подтверждать тот выбор, который сделал выпускник и вуз совместно, и, конечно же, будущий наниматель. Как означают специалисты, праца по размеркованию – это добрая школа профессийного опыта. Молодые люди отправляются именно у те места, где у их ведах саправды мают потребу. Причем гомельских выпускников чекают не только у нашей области, але и у інших кутках краины. А это еще раз подкресливает престиж адукации, отриманной у Гомельском медицинском университете. Павел Михно, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».